Давайте делаем каждый по два раза. Команда «Химки-2» провела контрольную тренировку перед игрой с саратовским «Автодором-2». Соперник серьезный. Саратовцы – самая результативная команда единой молодежной лиги ВТБ. Наша команда – не менее грозный соперник. Сейчас химчане возглавляют турнирную таблицу. Мы не смотрим, честно, на турнирную таблицу. Смотрим на качество игры и стараемся к каждой игре прибавлять и идти дальше, и готовиться туда, ближе к финальным играм. В этом сезоне команды уже встречались. Тогда в гостях две игры прошли в ничью. Теперь время ответных матчей. Хочется вернуть должок, показать себя и выиграть две игры из двух. Естественно, это желание у нас есть всегда, и мы работаем над этим. Но я думаю, парни выложатся на максимум. У нас есть определенный план, мы много работали, я думаю... Мы завтра покажем все, на что способны, и постараемся выиграть. Несмотря на первую строчку в турнирной таблице, химчане должны сражаться за каждый матч. В единой молодежной лиге ВТБ пара игр может серьезно изменить положение команд. Все зависит от того, с кем я в данный момент сыграл и какие игры впереди, потому что это все очень меняется. Игра «Химки-2» «Автодор-2» пройдет в ближайшие пятницу и субботу в БЦ «Химки» в 13 часов. Вход свободный. Команда ждет поддержки каждого химчанина. Ксения Каренникова, Алена Беляева, Николай Забродин. Служба новостей.